красиво. А будет какой-то соус или что-то вот такое? Я вот бы не делал ничего. Ничего, да? Вот такой. Ну, у нас минимализм. Сочный, салат-то сочный. Угу. Мы готовы? Готовы. Зовем Бориса. Борис, приди к нам. У нас момент по еде получился сегодня просто великолепный. Знаете, вы как-то вот не сговариваясь, вы приготовили абсолютно адекватное меню, которое комплексно сочетается прекрасно друг с другом. И вот эта вот финальная точка, которая уносит нас буквально в детство, я думаю, говорит лишь только о том, что сегодня в нашей программе «Ужин на десятку» еда победила голод. Как тебе такой вердикт?